Жена же ждет, исключение зато не промокнет, я отвечаю. А, подружка. Ну да. Да нет. А когда это кончится? Это не кончится. Прогноз погоды не подсказывал? Я не знаю вообще. Я просто прикинь, что мальчик штаны не достать. Да ну нафиг! Да выходы или, блядь, сейчас? Я прям прикинь, как выйти, блядь. Ладно, в кашмакат надо идти за пивом, блядь. 4 рубля есть. 4 рубля. 4 рубля. Нет, слушай, да вот если какая-то дня прошла, ну, благо решил, ну, да, да, гора, и вот сейчас это все вырастет, и все. Просто забегало. Спасибо, да, ты вообще не... Все, я прошу. Девушки вас собирают, да? Блин, тогда может нет, тогда это штука. Не, не собираются. Почему? Нет, в смысле этого. Я понимаю, вас сейчас уберут? А, какие вы странные эти. А, вы попали туда? Нет. Меня тоже не попали. А что у меня туда фоткает? Я покажу. Я тоже хотел туда попасть, но не получилось. До того. Пересек двойную сплошную. Из-за этого могли приехать. Берет? Откуда? Дальше. У меня там знакомая хорошая, в Малгород живет, из Ижевской области, я там с Урала. Сейчас стало столица Ленинградской области.
такого типа с гачами? Нет? Всем бригадам, ремонтникам, электромонтажникам. Подруги не дождутся. Я сейчас такая же магазин, и подойду, пока вы не увидите подругу.